понимать друг друга людям из разных стран, находить ответы на свои вопросы. Как новые технологии могут в этом помочь? Компания Abby уже больше 20 лет делает программы, которые помогают людям лучше понимать друг друга. Abby – российская компания, продукты которой продаются по всему миру. Abby создает программы, которые связаны с текстом и его обработкой. Электронный словарь Abby Lingua переводит слова с одного языка на другой. Abby Fine Reader распознает печатный текст и переводит его в электронный вид. Новая разработка компании Abby, Compreno, будет переводить на разные языки целые тексты, помогать людям искать ответы на свои вопросы в больших массивах информации. Как создаются такие программы? Как говорится, работа от начала и до самого конца. То есть я получаю какой-то концепт будущего продукта, что в нем должно быть примерно, и отвечаю за правильное, красивое, наилучшее, оптимальное по ресурсам срок воплощение этого концепта в жизнь. У нас, по сути, любому выпуску продукта, нового или там переработанного старого, предшествует так называемое тестирование в компании. Там мы всем желающим, обычно этих желающих процентов 90 сотрудников, ставим новую версию нашего продукта. И потом внимательно смотрим, что они говорят, какие ошибки находят, какие пожелания высказывают. И только после этого мы презентуем наш продукт широкому зрителю, широкой публике. Какие-то проекты, то есть мы находим какого-то партнера, у которого есть какая-то конкретная задача, и реализуем некий продукт или некий функционал какого-то существующего продукта для этого партнера. Все эти программы основываются на результатах научных исследований в области искусственного интеллекта, распознавания образов и компьютерной лингвистики. Научные разработки ведутся прямо в компании. Любой продукт у нас начинается с концепта. Это такой некий общий документ, который описывает, какие фичи будут у данного продукта, какие особенности, на какой рынок он выходит, сколько мы планируем там заработать, либо это будет там только имиджевый продукт, описывает его цели, описывает то, какими силами мы будем делать, и описывает то, какие цели мы себе ставим, сколько на него потратить денег, сколько заработать, за какой срок уложиться. И это не абстрактное исследование, а прикладная наука, которая тут же воплощается в жизнь. Но Abby – это прежде всего люди. Это команда талантливых ученых, программистов, лингвистов и менеджеров. И все у них получается хорошо благодаря той свободной атмосфере, которая есть в компании. Неудивительно, что многие сотрудники работают в Abby по 10, 15, а некоторые и по 20 лет. В Abby стараются думать о том, что нужно людям вокруг, что сделает их жизнь лучше. И это находит отражение во всем, что делает компания. Миссия Abby – улучшать жизнь людей. Создавая программы для распознавания и перевода с одного языка на другой, мы превращаем информацию в полезные знания. Дело в том, что человек тратит уйму времени на то, чтобы в этой информации разобраться, чтобы ее переработать для себя и извлечь из нее что-то полезное. Вот. И поэтому наша задача в том, чтобы немножечко ему помочь, освободить его от рутины, освободить ему руки на то, чтобы он успевал жить, вот, а не только работать, чтобы вот человек успевал больше, чем он успевал раньше, вот, и на работе, и своей собственной жизни.